Всем привет, всех рад видеть на канале. И сегодня у меня наконец-таки поплыл мальчик Даню. Но прежде чем говорить о мальках Даню, я хочу сказать большое спасибо за то, что вы так много подписываетесь. И если к 1 мая наберется 40 подписчиков, то я выложу видео, историю о том, как мне удалось приручить речных рыб в аквариуме. Как я завел щуку, как я ее транспортировал, где я ее хранил в деревне изначально, и как она у меня вообще росла. Ну а сейчас я вам покажу малечка Дани. Убираю газеты. Так, вот он, малечек Даню. Его хорошо видно вот тут вот. Они отнерестились в субботу утром. И в воскресенье утром я уже заметил, как в икре начинает шевелиться зародыш. В понедельник уже утром часть икры уже вылупилась в личинку, повисла, а часть еще так и шевелился зародыш в икре. Во вторник уже полностью все вылупились, повисли на стенках, и даже часть уже попала. А сегодня утром, как видите, уже прошло четверо суток, и как видите, мальки Даню поплыли. Вот, если присмотреться к малькам Даню, то можно заметить, здесь есть как зеленые малечки, так и серые. Сейчас выключаю рацию, чтобы они не болтались. Вот, видно их прекрасно. Сейчас покажу сверху, чтобы увидеть, сколько их вот тут вот. Ну, на камеру, может быть, и не видно, плохо видно, но их здесь около 300 штук. Там, конечно, видно мусор. Это пропавший икра. Но сейчас я не буду сифонить даже тоненьким шлангом, так как очень велика вероятность, что я просто этого малька всего в тазик вылью или часть. Ну вот, видна вот личинка вот у поверхности. Видно прям как одна личинка серая, а другая зеленоватая. То есть здесь есть как Данио зеленый, так и Данио Рерио. И, возможно, еще какие-нибудь Данио здесь тоже есть. Как видите, температура здесь показывает 31 где-то градус, а нагреватель выставлен на 27. Ну, то есть нагреватель нагревает на 3 градуса выше, чем показывает на, где можно управлять температурой. Ну и сейчас я расскажу, чем я буду кормить малька. Изначально, когда у меня первый раз отнерестились Даню, это было в марте прошлого года, это приблизительно год назад, даже чуть больше. Я захотел, уже мальки у меня поплыли, и я только вспомнил, чем я их буду кормить. Я быстро заколотил в пузорию, шкурку банана положил, залил водой из аквариума и начал ждать. Но мне просто не хватало времени, поэтому я решил использовать второй способ. И это просто взять яичный желток, уже хорошо отваренный, и просто его взять в мисочку, налить воды, кинуть желток, растолочь его там, и вот этой, вот этими маленькими частичками желтка кормить. Потом у меня инфузория появилась, я кормил инфузорий, но просто выход малька был просто минимальным. То есть из всех личинок выживало буквально десяток, может быть, 15 штучек. И все это время я кормил, не понимал, почему, а оказалось то, что просто вода начинает портиться, хотя я каждый день подменивал. И как-то в прошлом году, в октябре, я уезжал уже на несколько дней, а мальки вот вылупились в день отъезда. И я думал, чем же их кормить? Не поставить, не вылить же весь желток туда или инфузорию, вода точно погибнет. И поэтому я взял автокормушку и насыпал туда вот такие вот обычные хлопья. Очень-очень мелко, просто в пыль перетер, насыпал туда, и по чуть-чуть она им давала. И приехала из деревни, я думал, что мальки все погибли, потому что корм для них, в принципе, не приспособлен, он слишком крупный. Но нет, когда я приехал, я видел очень много подросшего уже малька, и я понял то, что можно кормить хлопьями, и тогда выход малька более большой. И действительно, на хлопьях выросло не 15-20 штучек, как обычно,
а около 80. Но потом я 50 из этих рыбок скормил щуки. Производитель тоже скормил щуки, так что мне нечем было ее кормить. И остались у меня вот эти 30 данью, которые уже подросли и уже начали нереститься. Вот это и был первый нерест. И сейчас я покажу. Вот я просто на руке вот перетираю в пыль. Просто. И сейчас вот этой пылью, просто пылью вот так трясу. Очень мелкая пыль. И, наверное, не видно будет на камеру, но вот там видно пыль, и они подплыли, и что-то вот мелкие-мелкие кусочки, самые мелкие, начинают есть. Ну вот, видно их, вот есть это большое скопление. Ну и вот так выглядит этот аквариум. То есть здесь из оборудования нагреватель, термометр стоит. И аэрация подается. Сейчас ее только осталось включить. Также я забыла в видеоролике, который называется «От нерестились здания», сказать то, что я сюда добавил метиленовый синий для дезинфекции икры. И поэтому здесь побелело икры около 30-40%. То есть не так много, как у меня раньше. Раньше у меня 50-60% белело икры. Ну вот, малек вылупился. И я думаю, так через месяц он уже нормально подрастет. И я уже буду пересаживать в аквариум побольше. Ну а в следующем видеоролике или через видеоролик мы будем сажать данный на нерест вот в этот 30-литровый аквариум. Сетку я уже поставил, остались только дождаться данью, когда они наберутся икры. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!